США ввели санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, объявив его диктатором. С точки зрения Вашингтона, выборы в Национальную ассамблею, прошедшие два дня назад, не были свободными и легитимными, а Мадуро замкнул на себя всю власть в стране. Активы Мадуро, которые попадают под американскую юрисдикцию, теперь заморожены, а гражданам США запрещено вести с ним какие-либо дела. Сам венесуэльский лидер уже заявил, что санкции не боится и, наоборот, горд ими. Он, в свою очередь, назвал Дональда Трампа императором Соединенных Штатов и предупредил, что принятое им решение – самая большая ошибка в его жизни.